Hey, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86Play. Мы продолжаем прохождение Resident Evil 3. Короче, в прошлый раз нам дали побегать за этого самого, не помню, как его зовут. Короче, Кучерявого. Вспомнить былые времена полицейского участка. Что это? А сейчас мы, точнее, вернулись обратно к Джилл. К Джилл, и, собственно, где-то здесь Немезис, поскольку он же взорвал поезд. Точнее, взорвал его Михаил и Виктор. Но я уверен, что он здесь. Он полюбасу здесь. Так что мы идем. Ага. Так, дверь. Лучше бы ты ее не открывала. Ага, вижу сохранялку. Я, получается, в прошлый раз чуть-чуть не дошел. Но ничего страшного. Карлос! Отвечай, Карлос! О, Кучеряв Карлос. Черт! Кажется, он не зона действия. Дай ты не зона действия. Так, спрей, хорошо. Убкс. Уй. Главное, я буду называть ее Убикс. Убикс. Как же, блин, правильно называть-то? Короче, новое вооружение. Хорошая новость. Дрочилы. Дрочилы. У меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас почувствовать себя мужиками. Это артиллерийские мины. Этих крошек придумал отдел военных разработок Umbrella. Они зажигают... Чего? А, они зажигают похлеще подружек со школьной дискотеки. Чтобы за несколько направлений они... Ладно, заглянем в сводку. Артиллерийские мины соответствуют со стандартными гранатометами. Датчик мины. Приближение врага. Когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и вот вам натуральная мина. Когда держишься со здоровьем. Так что все средства хороши. Все средства хороши. Так, что у меня с этим? И это типа, я понимаю, для гранатомета мины, да? Окей. Так, что-то. Ой, еще мины. Ну блин, ну сейчас точно этот будет опять. Старс! Я вам серьезно говорю. Так, что мы храним? Давайте травку сохраним. Так, у меня еще есть Б. Хранить. Ну и все. Ну и все, собственно. То есть у меня до этого тоже артиллерийские мины были, что ли? Чё-то сейчас не понял. Ладно, сохраняемся. Так, в прошлый раз мы сохранились на 35-й. Сохраняемся на 36-ю. Угу. И погнали. Так, не, ну ладно, пока пистолет. Так, а где это мы, собственно? Мы можем это посмотреть? Ну-ка, Т, Г. ГТ. Г, 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 Т, не работает. Так, а где это я? А почему я здесь был? Бля, ну коридор, он сейчас реально выскочит, походу. Погоди. Или не выскочит? Ёб твою ж. Бачкоти. Чего вас так много-то, бля? Лежать, мудила! О, дробашащая вещь. Бля, вообще пистолет-то чем он? Я думал, он будет скорострельно стрелять.
Так, вам контрольный выстрел всем. Ну вот это-то по-любасу станет. Вот как бы, смотрите, тут ничего не показывается, но наверняка есть патроны. Человечек точно есть. А чё это? Чё это за тюрьма? Спокойно. Спокойно. Да ё, как вас здесь много. Да, бля, ты серьезно? Мудила, бля. Сюда подошел. Жирная тварь. Бля, что-то патронов-то вообще ни о чем. Мы все это помним. А, не, вроде нормально. Что эта тварь еще жива? Здесь нельзя оставаться. Ё-моё. Это где я вообще? Так, ну... Бля, почему Г не работает Т? Спастись от существа. Серьезно, что ли, блядь? И как же я от него спасусь? Тут, бля, как-то хочется все исследовать. Так, патрончики. Для пистолета хорошо. Для пистолета же взял? Так, вижу траву. Там, бля, у меня красная была. Ну то сейчас мы с ним воевать будем по любасу. Скорее всего, он там на мосту. Так, а брошюра по часовой башне. Часовая башня, механизм. Часовая башня, это которая опять в этом была в Raccoon City, в полицейском участке. С 1908 года. Состояние официально нового открытия часовой башни ниже главного завода на Raccoon City. Да хорош так говорить, а! Так, что я еще не собрал? Вот реально ничего не показывается, то есть... Здравствуйте. Так, а вот, собственно, и красная трава. Так, а красная объединить с зеленой, получается... Так, ага, окей, все. Окей, все. Хотя, может, и не все. И тут самое непонятное, когда он будет тебя прессовать, то есть за тобой бежать, а когда он за тобой не бежит, то есть мне вот это вот непонятно. Лай-лай... Сейчас он в воду прыгнет, потом он выпрыгнет на мосту. Короче, беги! Беги, мать! Этот гад! Ты слышишь, ну ты чё? Карлос, отвечай! Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельс. Сошел с рельс? Что-нибудь, кто-нибудь пострадал? Все мертвы. Михаил, все остальные. Черт! Хе-хе, плывет. Николай бросил нас умирать. Погоди, что? Какого хрена? Он вернулся! Джилл! Джилл! Что случилось? Что это такое? Это он мутировал. Прыжок. Ебать! Смешной.
Вот надо научиться, да, это красиво делать. А дальше-то чё? А дальше-то чё? Ебатык. Еба моя мама. Все. Все, пиздец. Да ебать ты какой, сука! Так, а куда мне бежать? Погоди. Мне, может, куда-то свалить надо? Ага. Спокойно. Сейчас побежит. Так, спокойно, что я взял? Беги! Ага. Так, что я еще взял? Так, спокойно, давайте сделаем так. Объединить. Объединить. Я там что-то полюбасу не взял. Да хорош ты орать-то, слышь! Чё ты разорался-то? Где? Что это за животное? Блять, трава, серьезно? Что делать, что делать, что делать, что делать? Что-то надо выкинуть. У меня два патрона. Так, окей. Ох ты ж, блядь! Так, спокойно, красная. Так, здесь что-то еще есть, блядь. Ёбаный ты пендах. Надо это как-то остановить. А если бы я знал? Если бы я, сука, знал, как это остановить. Да пошел нахер! Нам падла.
Да пошел нахер. Короче, когда он начинает бегать, надо что-то с ним сделать. А чё, блядь? А как, блядь? Ты бы, блядь, сказала бы еще, мать. Так, погоди, что написано? Одолейте. Вы хорош! Блять, и что надо сделать, когда он бегает? Ё-моё, ты уже здесь? Я не вижу никаких бочек. Не так-то сложно. Я понимаю, да. Но тут как бы оружие дохуище. Где, блядь, еще патроны? Погоди. Что-то с башней сделать надо было. Ну-ка, погоди, 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 файлы. Право. Так, погоди, читаю святого Михаила в самом сердце Ракуна Сити. Она... И надо, короче, ее заставить, чтобы она звонила, что ли. Так, благодетели. Ее посетили детям, рожденным в растущем городе. С развитием электрических индукций в начале 20 века город... Про развитие и учебный корпус школы Святого Михаила более 600 участников. К сожалению, школа Святого Михаила закрыта в 2004 году. Часы отключены, а вход на территорию башни и ее окрестности строго ограничен. Много лет некогда популярный памятник. В 1900 годах Umbrella Corporation и мэр провели реставрацию для сохранения памяти и вновь открыли его. Бля, ну тут ничего нету. Официальное новое открытие часовой башни. Да, блядь, сука!
Ну его только с гранатометом. А где, блядь, еще гранатомет и патрон? Так я не знаю, вы мне, бля, скажите, как ее убить, я убью. Я вообще не в курсе, как ее убивать. Че ты скачешь, дурачок? Ебать, ты какого хуя за мной бегаешь? Так, ну бля, чё здесь? Падла, блядь, да стой ты, сука! Да хуй попадешь. Не, я не знаю. Это реально какой-то бред. Все, у меня жизни нет. Я знаю, что ее как-то просто, блядь, завалить эту тварь, но как? Я патроны все собрал. Я так понял, что надо было на стены стрелять, скорее всего, минами. Мин у меня нету, поэтому... Охуеть. Я столько патронов потратил. Я столько всего потратил, блядь. А надо было-то. Тебя, сука, с этой башни снять. Блять, у меня патронов нет. Все понятно, короче, что с ним делать. Я предлагаю, блин, загрузиться, сдохнуть. Что ли? Или ладно, пофигу уже, не будем сдыхать. Как же, блядь, замутили-то, а? Ну почему его, блядь, нельзя с гранатомета убить?
Че за нахрен? Обезьяна, блядь, скачущая. Я все патроны собрал. Сука, он по низу, блядь, бегает. И чё? А если у меня патроны кончились все? А неужели? Охренеть! Да, откуда во? О, бля, как же я с тобой провозился-то, а? Карлос! Ты ещё там? А, да ладно, ты без меня сейчас. Черт возьми. Да, хорош. Лекарства нет, патрон нет. Вот это жесть. Вот это жесть. Вот это серьезно, я вам говорю, жесть. Куда мне идти-то? И где эта тварь? Да. Да, столько патронов потратить, бля, впустую, не знаю, что делать. То есть, ну, блин. А чё, где он-то? Так, а чё мне-то куда? Сейчас не понял. А, о, часовую башню. Сколько раз я убил эту тварь? Да она полюбасу живая. Забери у неё там чё-нибудь. Чё-нибудь забери. Да чтоб тебя. А, ну сейчас без руки будет. Ах ты тварь. Он меня превратил в себя. Вот сука. Это, сука, Николай. Интересно. Мы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Да ты, сука, по-любому сдохнешь. Я тебя найду сам. Я тебя лично найду и прикончу. Примерно полдня спустя. Джилл! Джилл! Эй! Отвечай! Черт подери! Тайрелл, как слышишь? Что происходит? Джилл заражена! Я отвезу ее в больницу! Может быть, доктор ее спасет. Ладно, там мы встретимся. Держи, суперкоп! Я рядом! Не, ну этот момент реально можно по любасу пройти. Даже не можно, даже будет нужно. Я, наверное, пройду его еще раз, потому что, ну, блин, столько реально патронов потратить. А вот, собственно, вот эта лаборатория тоже мне что-то напоминает. Это из второй части тоже. 27 сентября, 21.20. Больница... Бла-бла-бла-бла-бла. Борис, Джилл. Я раздобуду тебе лекарство. А, вакцину. Okay. Все будет в порядке. Обещаю. Так, погоди, может ей подойти? Я не понял сейчас. А, вакцину ей дать? Так, карточку мы... Окей, ладно, сохранялка-то есть? Машинка есть, вижу, окей. Так, с Джилл, значит, Джилл помирает. Так, ну там, смотри, когда мы наверх вылазили. Сохранялки там не было. Или... А, не, была. Была.
Бла-бла-бла. Так, окей, тебя хранить. Так, спрей есть. Ключ выкинуть. Ну, здесь у меня травы до хера. Травы до хера. Так, ладно, сохранимся. А, где? Так, сохранимся. Так, последняя была 36-я. Делаем 37-ю. Погоди, это когда было? Это было 6-го, 77-ое. Окей. Окей, окей, I'm okay. I'm okay. Так, окей. Экшон пошел, короче. Движуха пошла. Больницу мы тоже все помним со второй части. Патрон для штурмовой винтовки. Хорош. Так, что у меня по патронам? Так, что по пистолету? На пистолет вообще патрон не дают. Торрелл! Где сейчас Баррелл? Наверное, в лаборатории. А, будь начеку, я иду. Понятно. Я пойду вперед. Не, я пока не пойду вперед. Я пока здесь опошарюсь. Так, окей. Больница Raccoon City. Выглядит, в принципе, так же. Вот там, кстати, писались патроны. Опять спрей. Серьезно? А чё ему спрей так до хера дают? Патроны опять для штурмовой винтовки ему дают. А ей, бля, спреев вообще не дают. Ага. А, блин, у нее же есть кусачки. Так, это сюда. Все понял, погоди. Так, не, ну спрей-то выложить надо. Спрей мы по-любасу сохраним. Так, погоди. А, ну, хотя хрен. Хрен с ним, не буду. Не буду. Нам сюда. Ну блин, тут опять эти... Чё это? Твари будут злобные. С языком это делать. Которые. Сюда подошел. Экономим патроны. Бля, вообще нахуй никто не звал. Да ты слышь, падла, блядь. Стрелялка, блядь. Какая нахер стрелялка, они же не дохнут. Так, тут замок. А, информация. Добро пожаловать в больницу Спенсер Мемориал. Центр медицины, бла-бла-бла. Кому некогда этим заниматься? Да ты ж тварь-то, а! Лёг, бля, быстро! Сука, да ну на, вы заколебали. Лёг! Лёг, я сказал! Они по любасу третий раз, что ли, встают? Да вы серьезно? Да бля! Контрольный. Сдох. Да, это ты что ли долбилась, тварь? Да блин! Охренеть. Охренеть, у них головы, мать его, не отлетают. Блин, нахрена мне травы столько, а? Нахрена столько много травы? Дайте лучше патронов. Ой-ба. Ой-ба. Так, чё это? А, блин. Ну, отмычка, блин. Погоди. Я когда к ней подходил, я мог у нее взять? Нет, там был мой этот меню. Ну-ка, погоди-ка. Давай-ка сбегаем. Или у нее можно было отмычку взять. Так, где она? Или ей только лекарство может дать? Не, ну это мое, блин. Блин, досадно. Досадно.
Так, траву выложу. Так, и давайте тогда сохранимся. Так, 37. Будет 38. Чего раньше так не делал? Я думал, у нее можно отмычку взять там и, блин, и прочие дела. Но у нее нельзя. Вот плохо, блин, делали бы еще чемодан на двоих, например. Это было бы тоже прикольно. Но это, опять же, на мой взгляд. Так, там чемодан. Не понял, что это? Там тоже чемодан. Бля, ну вот опять эти яйцеголовые появятся. Кто это? А. А чё это там? Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Крабс. Так, ну тут я полагаю только ящик. Добро пожаловать в офис доктора Магенера Барда. Я сейчас что-то видел? Или мне показалось? Плеер? Нахрена мне плеер? Вот сейчас вообще до плеера. Ну хотя музончик можно было включить. Изучить. Эй, включайся. Плеер, для аудиокассет. Ставьте аудиокассет, чтобы послушать. То есть мне еще аудиокассет надо? Таскать с собой какую-то, блин, хрень. Ради чего? Так, спокойно, я видел патроны. Не видел патроны. Журнал медсестры 25 сентября. Каждый день поступает все больше пациентов с критическими болезнями. Таинственные болезни. Их бред. И тролливали, и тролливали. Короче. Тут нужен ключ. Причем какой-то... Доктор Барло, там? Я пошел отсутствовать. Откройте дверь. Голос отсутствует. Голос в базе? Что это за научно-фантастическая хрень? Короче, нужна кассета. Да, бля, я же говорю, там кто-то за стенкой есть. Я ж тебе говорю, кассету вставляешь. О, принтер, ёпта, как у меня на работе практически, нихера себе. Зачет. Блин, чё, патрон нет, серьезно? Да, блин, тут реально много травы дают, зачера. Зачера. Надо, короче, поближе подпустить. Толстый, иди сюда. Так куда ты пошел? Во! Откнись, пожалуйста. Добивать этот реально не работает. Кто-то говорил, что типа ножом их добивать. Нож здесь вообще не работает. Лучше автомата нет. Ё, блядь, из-за тебя, сука. Что же вы пугаете-то так меня, а? Сейчас реально было жестко и громко, и поэтому... Капец. На них вообще внимания, то есть, не обращаешь, но они, блин, выскакивают когда, и это вообще реально. Это полный... Капец. Все понятно. Карточку ставь. Опять все на карточках. Опять все на ключах. Как же это вообще угнетает? Что еще здесь забыл? А, ну дверь, походу, да? Горит. Нет? Да. Нет? Да. Нет. Да заткнись ты там! Так, ну у него там сейф.
и сейф. Я пока еще это не нашел. Бля, надо так поаккуратнее выскакивать. Что это было сейчас? Сколько же здесь всего, а? А, Мишка, здравствуйте. Здравствуйте. Сидит такой ты. Так, а я здесь был? Нет, не был. Нома. Здесь тоже. Так, погоди, сейчас не понял. Как сюда попал? Это, бля, реально. Это реально не смешно. Я не понимаю, где я сейчас? И почему она такая длинная? Чё такое? Почему? Мать твою. Не люблю, когда все горит красным. А куда я вообще иду? Как-то я прошел. Парь, ты живая? А, ну у него башка. А это, наверное, мой напарник. Напарник мой красавчик там устраивает. Это главное, голубой горит. Так спокойно. Когда ты делаешь мышку вот так вот, он начинает топать. Еба, ну тут опять эта собака сраная. Сколько же здесь много всего. Да. Так, спокойно. Так, ладно, он сдох. Он по-любасу сдох. Он палю. Спокойно. Где-то фигурка была. Бля, ну тут можешь хоть где быть. Я слышал только что, если чё. Если чё, она сделала так, как она обычно делает. Но здесь огромное пространство, поэтому... Поэтому чё за обходняшки? И чё? Куда я пришел-то опять? Бля, как же здесь много входов и выходов. Патрон для пистолета, хорошо. Хоть что-то. А, это тоже такой... вздыхает. Блин, смотрите, здесь раз путь, два путь, три, четыре путь аж. У меня такое ощущение, что я здесь был. А, вот карта. Хорош, карта больницы. Так, а комната записей, комната переговоров, ой, персонала, палата, пост медсестры, процедурный кабинет, прачечная. Так, погоди, где тупик? Сзади меня. Я сюда могу зайти? А, я даже вспомнил эту карту, ёпта. Да-да-да, эту сохраняловку. Здесь эти реально папуасы будут с языками. Здесь мы тоже сохранялись. В прошлый раз, я помню. Точно. Журнал медсестры, 27 сентября. Принято более 20 пациентов с таинственной болезнью. У пациентов, короче, в изоляторе наблюдается сильный некроз конечностей, лихорадка, бред и признаки гиперфагии. Инфекция. Перепробовали все тактические. Все. А, все антисептики. Результатом анализов крови их исследовательского центра пока не поступили. Спросить еще раз. Один из пациентов укусил доктора Янга во время осмотра. Рану мы обеззаразили. Он приходил... Ничего не помогает. Но лихорадка его доконала. В амбулаторном отделении началась настоящая анархия.
Пациенты с каждым мгновением все больше бредили и становились все агрессивнее. Мы вызвали на работу всех, кого возможно. У нас не осталось свободных рук. Это хаос нужен сдержать. Хорошо, этот хаос нужно сдержать. Но нихера у вас не получилось. У вас это нихера не получилось. Так, я что-то где-то еще упустил. Так, ладно, собственно, что у нас по времени-то? По времени-то уже все. Нормально, много места, опять же. Так, что у меня... Зеленая плюс зеленая. Так, это что такое? А, это плеер. Наверное, здесь мы как раз сохранимся, здесь мы и закончим. Так, у меня нет... А, нет, есть красная трава. Так, ладно, а зеленую пока храним. Так, красную. Красную достать. Объединить. Хранить. А реально столько травы. Ключ выбросить, лечебный спрей. Смотри, раз, два, три, четыре. Еще зеленая трава. Да. Вот тебе поворот. А вот тебе и поворот. Так, все, мы здесь обыскали, сохранились. Так, нет, не сохранились. Сохраняемся. Сохраняемся. А вот тебе, на самом деле, я не знаю, проходить за нее еще раз. Ладно, посмотрим. Так, че куда? 37? 38. Я же еще перепишу ее. Ну и ладно, в принципе, хрен с ней. Как прошли, так прошли. Не будем мы двигаться назад. 39. Все, сохранились. Все, на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.